Вот Индия и США приступают к сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики. Об этом было заявлено в ходе государственного визита американского президента Барака Обамы в Индию. Соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома было подписано еще 7 лет назад, но реализация затруднялась из-за противоречий между сторонами. В итоге Вашингтон согласился на условия Нью-Дели, и это позволит американцам начать в Индии строительство атомной электростанции.